ждали сейчас еще больше, конечно же, аплодисментов. Спасибо за задор и утренний позитив. Друзья, у нас в студии артисты оркестра ударных инструментов Siberian Percussion. Екатерина Справникова, представлю сейчас всех, Петр Перепич, Екатерина Кузнецова и руководитель оркестра Сергей Газизулин. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сергей, скажите, пожалуйста, а это откуда трюка вот эта композиция? Композиция называется прямо «Японские барабанщики». Японские барабанщики. Да, 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 да. Ну, если честно, не похожи вы на японские барабанщики. Ну, мы не похожи, потому что у нас немножко и барабаны немножко другие. Ну, у каждого творческого коллектива на сегодняшний день начинается какой-то новый творческий сезон. Чем вы готовы радовать своих зрителей? Для начала хочу сказать, что в этот новый творческий сезон мы входим с очень хорошим настроением, потому что это видно. Наш оркестр побывал на международном фестивале в Екатеринбурге «Безумные дни». Это очень престижный фестиваль. За два дня мы дали 4 разных концерта. Было очень здорово, было весело, большой позитив. Поэтому начинаем новый сезон. Вообще-то мы его уже открыли. У нас уже было 2 концерта на часовне. Мы как раз представляли один из наших новых проектов. «Сказки и сладости» или «Вкусы мира». Это наш новый детский проект. У нас будет в течение сезона 4 сказки. Первая сказка — итальянский «Мандариновый вкус». Она состоится 1 октября в 11-13 часов в камерном зале Краевой филармонии. Ребятишки будут сидеть на подушечках, как обычно. И мало того, что они будут слушать интересную музыку, интересные сказки, они еще будут иметь возможность попробовать эти самые итальянские сладости. Да, в чем особенность этого проекта? Буквально на следующий день, 2 октября, у нас состоится, ну, как бы наше неофициальное открытие сезона, это наш большой концерт в малом зале. Впервые вот за все время нашего существования мы пробуем играть русскую музыку. Именно, да, русскую, как бы, народную музыку. Весь концерт приготовился, разжаровал, написал, переложил Виктор Яковлевич Мус. Это экс-руководитель оркестра «Танцев Сибири». Сейчас «Танцы Сибири» без оркестра выступает. Вот. И поэтому, то есть, вся музыка – это его. У нас будут солисты, у нас будет женский вокальный ансамбль, у нас будет хор «Капричо», у нас будет солировать баян, балалайка, рояль, ничего не забыл, да, и труба. Если вернуться конкретно к вашему творчеству, мы заметили, что оно у вас наполнено некими такими нотками юмора. С чем это связано? Как вообще пришли к такому стилю? Да, мы видели, как... Задорно. Любой музыкант должен получать удовольствие от своей работы. Должен быть, конечно, раскрепощенным. Ну, мы по жизни такие. У нас и репетиции очень весело проходят. Да, и концерты тоже. Кстати, вот концерт, он называется, между прочим, «В огороде козел». Да ладно. Очень смешной проект, очень смешной. Там будет столько юмора, столько прикольного. Хочу рассказать еще об одном грандиозном проекте, который будет в этом сезоне новый. Называется «Доктор Кто». Культовый сериал BBC американский, самый долгоиграющий, по-моему, из сериалов. Ну вот, «Доктор Кто» путешествует в машине времени, во времени и в пространстве. И вместе с этим персонажем наши слушатели будут также путешествовать в мире музыки. Мы будем открывать им творчество, вот, как раз музыку, кино. Разные жанры. Это тоже 3 концерта в сезоне. Вот. У нас очень много нового. Плюс еще мы попробуем в марте. Мы будем играть с Русским филармоническим оркестром имени Бардина. Тоже новый проект. То есть очень много нового. Поэтому вот в ближайшее время приглашаем 1 числа на «Апельсиновый вкус», попробовать сладости. И 2 числа в 19 часов в малый зал Краевой филармонии на русскую вот как раз музыку. Вот у меня такой вопрос. Вот когда вы играете, да, выступаете, и вдруг, там, не знаю, Павел, например, «Хей-хей!» там, да, так, «Хей-хей!» Вы не говорите так: «О, кстати, неплохая идея, давайте вот здесь и будем кричать «Хей-хей!»» Вот как часто бывает такое, что-то неожиданное входит в ваш репертуар? Знаете, на репетициях вы вот прямо не в бровь, а в глаз. Так оно и происходит. Какие-то смешные моменты, они просто закрепляются вот в каденции, да, у нас будет там
что-то, я не буду рассказывать. На самом деле на репетиции рождается очень много чего интересного, как раз вот таких шуток, которые, да, закрепляются официально. То есть практически на каждой репетиции рождается что-то такое, какой-то нюанс интересный. Насколько большой ваш коллектив? Вы сегодня все здесь, либо вас гораздо больше? Мы знаем, что порядка 40 инструментов ударных и шумовых у вас вот в арсенале имеется. А каков ваш состав? Я думаю, что даже больше, чем 40 инструментов. Наш базовый состав филармонии – это 10 человек, но на все значимые концерты, которые происходят в больших залах, например, у нас есть приглашенные музыканты, и состав варьируется до 25 человек. Вот это да. Да, плюс еще солисты бывают на разных инструментах, то есть состав очень большой. Ну вот в этом концерте у нас будет принимать участие порядка 15 человек 2 числа. Ну что ж, большое спасибо вам действительно за утренний позитив. Разбудили точно теперь всех и каждого, у кого был телевизор на полную громкость. Тот наверняка проснулся просто с невероятными впечатлениями. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях были артисты оркестра ударных инструментов Siberian Percussion. Спасибо большое, что пришли к нам. Приходите еще обязательно с такими ударными.